Необходимым условием для максимально эффективной работы системы теплопанель является максимальная подача теплоносителя, более нагретого от котла, до самих панелей. То есть частое явление, когда магистральные трубопроводы не утепляют, из-за чего они теряют свое тепло, отдавая его преимущественно в конвекцию. И если от котла, к примеру, идет температура 95 градусов, то до самих панелей доходит уже порядка температура около 90 градусов. Если же мы теплоизолируем трубопроводы, то мы максимально доводим температуру до панелей, максимально приближенной к температуре, которая нагревает котел.